Происшествие. Игры со спичками лишили крова многодетную семью из Железногорского района. Жертв удалось избежать благодаря тому, что старшая дочь вовремя вспомнила, чему ее учили на уроках ОБЖ, и вызвала пожарных. Выбраться из огня другим малышам помогли соседи. Так теперь выглядит бывшее семейное гнездышко. Прежний уют уничтожила детская шалость с огнем. Четырехлетний малыш нашел коробку спичек и стал поджигать их на балконе. Хранившиеся там вещи вспыхнули в считанные секунды. Я отлучился из дома буквально на 10 минут с улицы и увидел, что с моей квартиры пошел дым. Сразу же прибежал туда. До приезда пожарных глава семейства вместе с соседями пытался отвоевать жилище у огня. Полностью справиться с пламенем удалось лишь профессионалам. Ежегодно в стране по вине юных шалунов происходит более 10 тысяч пожаров. Хочу обратиться к родителям, чтобы не оставляли детей без присмотра. Даже оставленный ребенок, как показывает опыт, на 10 минут может привести к большой трагедии. Тем более бывает, что детей оставляют на более значительное время. А семья Гарбузовых сейчас занимается решением квартирного вопроса. Временный приют нашли у родственников. Благодарю жителей Слободы, благодарю и главу района, и главу администрации. Всем огромное спасибо. Люди несут, дают, помогают. Кристина Кононова при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области.